за 600 рублей. Туваля. 120 на 180. Ну, какой, да? Угу. Хороший материал. 100% хлопок. И цвет приятный такой. Сейчас распродажа. А стоил 1000 рублей. А до какого распродажи? По-моему, до 15 января все. Да. И чехол на подушку интересный. 149 рублей. Аж по скидке. Прикольный, угу. Да? Вот эта розовая бахрома так красиво смотрится. 50 на 50, золотисто-коричневый. Шторы вот такие вот сейчас по 700 рублей. Гардина одна пара, хилия. Вот такой, да? Так ничего, материалчик, да? Размер 145 на 300. Они разные цвета есть. Есть фиолетовый, есть вот такой розовый. И серый еще есть. Вот тоже шторы прикольные. 145 на 300. 700 рублей гардина. Есть такие, есть вот такие голубые. Ну, разные тут есть. Такие еще, смотрю. Ну, это уже другие цены. А, там без скидки, да? Ну, есть со скидкой, не, ну, есть со скидкой. Вот эти 700 рублей, допустим. Такие вот, с цветочками. Угу. Вот, а эти уже дороже. Это уже новинка, это вот, уже 1500 вот такие. Такие названия, Ханалил. Есть красные тоже такие. Шторы красивые вообще, классные. Цветы такие, да? Очень красиво смотрятся. Даже себе такие взяла. Плотные. Вот они. Рузен мод. 3500, 100% полиэстер. Гардины. Блокирующий свет, одна пара. Хорошие. По качеству очень хорошие. Тут тоже такие гардины, тоже блокирующий свет. Блоберс мод, 145 на 300. Красивый цвет такой, да? Да, смотри, необычный. Смотри, а с другой стороны он другой. Он такой вот. Очень классно смотрятся они. А это другие уже 3000. Тоже блокирующий свет. Да, ну без рисунка, вижу, да. Такие гардины по 800 рублей сейчас. 145 на 300. Это разве розовый цвет? Розовый. Ну, бледно-розовый. А, это вот эти бледные, а вот эти коричневые. А те коричневые уже 3000 стоят. Нет, это уже. Это вот эти бледно-розовые шпаски. Но они тонкие. То есть это получше, но они уже 3000. Ковер короткий ворс. 60 на 90, 500 рублей. Это предверный. Предверный? Да, он про резину. Да, про резину. Хороший. 60 на 90 разноцветный. Ловый. Это белье мне очень нравится. 800 рублей сейчас. 150 на 200. Стерн тюльпан. Вот это вообще классно. 150 на 200. Очень классное белье. Да, очень. Материал нежный, такой, да. Хороший. Сейчас все по скидкам. Смотри, какой красивый. 800 рублей, да? Ну, это уже так попроще, конечно. Подъяльник и одна наволочка. 150 на 200, 800 рублей. Ну, качество так приятный. Похоже, но свет красивый очень. Это такое вот тоже хорошее. Баквикер, 3500, 200 на 200. Ну, это большой размер. Тоже, смотри, материал какой хороший, кому подарить. Подъяльник и две наволочки в комплект входят. Новинка. Вот, и вот такой под шторы. 2800, полуторная, сейчас новинка. Такое название у него. Брэкфюли. 3500 большой. Свавил пион. 1000 рублей. Полуторный, 1300 двуспальный. Ну, красивый расцветочка. Самое лучшее белье, мне больше нравится, финоксель. 2800. Очень красиво сделано, очень приятное. Маленькое 2800, большой 3500. Простынь такую можно взять по 300 рублей. Просто одна простынь. Вот такое название у нее. Но можно еще дешевле за 249. Вот это вот. 150 вот. На 200. Вот это тоже мне нравится, хорошее. Можно две взять. Я бы и такую взяла. Да, смотри, вообще классно. Качество. Да, и цена хорошая. Давай. Вот она. 250 рублей. По цена по пи. А так стоило 500. Новый плед появился такой, зелененький. Классно. 2500. Ну, большой размер. Он сейчас за 1300. А, нет, тут тоже большой. Сейчас по распродаже он фиолетовый. Вароль. Такой же 1700. Ну, он сейчас новинка, пока не по акции. Варальд. Книжка для записи необычная. 100 рублей две штуки. Вот, именно такие. Книжка для записи. Красная, розовая. Новинка сейчас появилась. Такое название. Внутри вот так вот смотрим. Просто без полей. А, она просто без полей. Я думала, там клетка или нет. Декоративная коробка. 200 рублей. Необычно. Что это такое?
Он просто складывает. Она делится на части. Лангмой. 200 рублей. Вот коробки вставлять в комоды. По 700 рублей они. Такое название. Стурсталь. Удобное. Туда все можно складывать. Номик такой классный вообще. Да? Прикольный. Сколько он стоит? А Санта-Клаус 700 рублей стоит. Вот, вот цена. Печки такие сейчас по 500 рублей строю. С батарейками. Красиво они смотрятся. Стоит 1000. Сейчас все по распродаже новогоднее. Очень много все. Все такая декоративная подсветка светодиода. 300 рублей. Тоже классная вещь. Очень много подсветок всяких. Вот такие всякие звездочки, Дед Мороз, сердечки. Сердечки 500 рублей. Такие контейнеры сейчас по 100 рублей. Есть розовые, есть оранжевые, зеленые. Вот они, True Fast. И вот такая наволочка. Какой у него размер? 50 на 50. Да, 50 на 50. Ну, не каждая подушка не подойдет. Красивый цвет. Оцененные товары. И плед тоже вот такой за 1000. Такой есть плед за 600 рублей. Такие новогодние тоже оцененные товары. 200 рублей. Прикольно. Взяли такой обед. Сейчас обед на праздники отменили. Вот это на двоих мы взяли. Картошку. Вот эти фрикадельки. Соус. Пепси-кола. Десерт такой какой-то новый. Новиночка. Вот. И вот такое. Какой-то овощной, да? Что-то. Да, овощной оладушек. Оладушек. Сейчас попробуем. Можно взять шведский бургер с котлетой мраморной говядины, брусничным джемом, сыром чеддер, свежим салатом, помидорами. 289 рублей. Вот такие сейчас предложения. Свиная рулька тут 400. Суп грибной сейчас по 49 вообще пюре. И десертики всякие. Фруктовая вода 39. Миндальный торт 149. Ягодное пирожное 129 рублей. Овощной оладушек очень вкусный, кстати, мне очень понравилось. Значит, купила в Икее вот такую лейку. Хорошая лейка такая. Вот, стоила 19 рублей по карте Kay Family. Так, по 69 она была. Ну, прикольно, разные цвета там были. Вот я взяла голубой. Просто такую взяла. Тивалма называется, 300 рублей. Хороший цвет такой. Полуторный комплект. 100% хлопок. Сделан в России. Я вот такую просто взяла. Хисиклока называется. Тоже полуторная. Вот это даже подешевле. 100% хлопок, тоже сделано в России. Вот, приятный очень материал. В общем, стоило 250 рублей такая. Вот эти сменные блоки я все время покупаю. Вот, липкие. Там волосы всякие счищать. Стоило, наверное, 200 рублей. Бестис называется. Вот такие покупочки я сделала в Икее. Поехали. Взяли опять каршеринг, поехали уже. Не на электричка, как мы обычно ездим, а на каршеринге домой. Такие мега. Вот сейчас уже народ прибавил, потому что с утра было очень мало народу. Спокойно можно походить, посмотреть.